Добрый день. 7 июня, Лазаревская. С утра ливень был у нас. -24 градуса показывает температура. А облака, смотрите, какие. Облака какие. Время 20 минут первого, а вот на площади даже люди ходят. Дети на машинках катаются. А сколько слетелось. Женщина со столовой пришла, хлеба бросила. А что вы в пакет лезете ко мне? У меня там для шарика еда. Да. Шустрый ты парень. Хлеб не хочет. Учуял курочку рябу. И ты его тоже. Ну-ка идем. Идем сюда. Змею вчера отпустили в море, живая осталась, так что заберите свои слова обратно, которые вчера в комментарии нахерачил, что ее убили. Не дали убить. Отдыхающие пришли, хлеб кидают. Шарик на речке. Сейчас дела сделаю, пойду на речку. Подписчицу встретил с Красноярска. Стеснительная женщина. 15 минут уже 20 разговариваем. Никак не мог уговорить. Давайте я вас на видео засниму. Нравится Лазаревская, говорит, но она говорит, думала большое Лазаревская, но она такой маленький, говорит. Ну, матери привет передайте с Красноярска. Юля, привет тебе. А вы тихо разговариваете. Да? Мам, передаю тебе привет с Лазаревского всем своим родственникам. Ну, у вас все хорошо. Борис, привет. У вас все хорошо здесь? Ну, не, нормально. Климат подходит, все нормально, да? Погода подкачала ваша. Ну да. Сегодня, кстати, с утра ливень был. Я приехала 3-го. 3-го числа? Да. Мы как раз во время дождей приехали. Меня спас дождевик. Ой, или как он? Ну, вы где, далеко от моря заселились? Далеко? Высоко. Высоко? А на какой улице, помните? Целковского. Ну это где шашлычная сгорела, туда выше, где доширак, наверное, там, в той стороне, да? Улыбается. Ну все, Красноярску привет. Спасибо, что смотрите видео. Они помогают продвижению моего канала полностью. До свиданица. Счастливо вам отдохнуть. Даже у дельфинария люди появились. Музей еще нарет. Вот продают рыбу копченую. Здрасте. Здравствуйте, ребятки.
Сколько народу, господи. Я подписчиков встретил, вот иду с ними на морскую звезду. Ну и ну, народу сегодня в Лазаревском. Жесть полная. Просто полная жесть. Здравствуйте, вас приветствует радиостанция МВ. Вы только что приехали. Вот столько людей, смотрите. На пляж «Морская звезда». Ну вот здесь всякие, все тут есть. И мороженое, и пирожное, и всякие там рыбешки, кукуруза 80, хот-дог 40, чипсы 40. Здесь есть столовка небольшая, пицца 200, очки. Выходим на пляж. Морская звезда. Я думаю, народу много будет. Седьмое июня. Лазаревская. Кафе, я смотрю, столики уже стоят там внутри. Ну вот, мы прибыли. Ну, народу прилично. Креветки он продает. Подписчики. Давайте около моря вас засниму. Передавайте папе привет. Папа, скажи, все хорошо. Мы на море. Черное море. Привет, папа, привет. Вы так тихо, тихо говорите. Но вы купаться не будете? Муж попросил снять. Сними, говорит, на море. Стойте. А я вас просто обойду. О, эти. Вот так. Соня, ну говори как, привет. Да уже она уж сказала. А что-то не слышно. Папа, привет. Да сколько можно говорить? Слышит, папка, слышит. Вон. Эти работы на ватрушечке. Волна все равно есть. Но вода не совсем очистилась. Но волна такая приятная. Без волны мне не нравится море. Такая небольшая волна, класс. Ну ладно, Юля, до свидания вам. Да. Ага. Отдыхайте. Круг поет про электричку. Электричка уйдет и придет.